Всем приятной жизни, это психиатр, мы продолжаем играть в Skyrim. Так, тут еще капкан. Да блин, ну какого хрена? Что за нафиг? С одного удара, блин, вынес. Сволочь. Ты сволочь. Ладно, я их даже осматривать не буду, время терять. Вот, потому что тут этот говнюк уже ушел далеко. Что это было? Что это было? Ах ты, сучка. Так, наверное, надо что-нибудь съесть. Твою же мать. Бля, как мне сюда вот залезть? Я вот этого вот не видел. Живет. Паучки живут. Че, у паучков? Я интересного найду. Если найду что-нибудь. Может, это путь короткий какой-нибудь. Куда мы вышли? Не, ну по-моему мы срезали. Или как? Давайте сходимся. Не, по-моему, мы нифига не срезали. Ну и ладно. Так, вот тут вот мне. Говнюк напрягал. Говнюк с луком подох. Где он, кстати? Говнюк с луком. А, вот ты где. Блин, золото сотка. Сотка золота — это нормально. Так. Блин, тут еще какие-то пути непонятные. Блин, капкан попался. Тут ловушка одна. Сучка. Что за нафиг, я же убрал.
эту хрень. Так, псину убили. Да, этих зарубили. Твою мать. Твою матрешку. Ну, что ж такое? Естественно, за мной. Что за мотив? Так, ладно. Ага. Подбежался. Не убил. Блин, по-моему, мы пришли. Точнее, догнали. Надо подождать. Ладно, давайте рискнем. Короче, я сохранюсь. Да? И я рискну выйти. Твою мать. Ничего у тебя нет. Адепт. Блин. А вот это вот я все прихвачу. Постой, не нужно рубить с плеча. Все не так плохо, как кажется. Я все собирался рассказать Мерсеру, честное слово. Пожалуйста, он же меня убьет. Ладно, ладно. Это Карлия. Зовут ее Карлия.
тебе о ней не рассказывал? Карлия — это воровка, которая убила прежнего главу гильдии Галла. Теперь она охотится на Мерсера. Помогаю? Нет, нет. Послушай, я даже не знал, что это она, пока она со мной не связалась. Прошу, поверь мне. Я не знаю. Когда я ее спросил, куда она отправилась, она только сказала: к началу конца. Вот, возьми купчую на поместье Златоцвет. И когда будешь говорить с Мерсером, скажи ему, что живым я ему нужнее. Так, ну окей. Чувак, ну я тут все равно все смотрю. Как бы. О, статуя всякая. Шлямурка. О, вот тут же стопудово что-то будет ценное. Блин. Чепак. Не, ну нафиг. Дай-ка я сканюсь. Сейчас все отмычки простем на этого эксперта. Наконец-то. Блин, вот бесит меня такие сундуки, открываешь, там оказывается хлам всякий. Так, я вот тут еще с этой стороны хотел глянуть. Тут тоже эксперт. Этого, блин, с первой отмычки открыли. Так тут вон и это. Слушайте. Так, ну щит я точно брать не буду. А вот это вот я возьму, пожалуй. 17% меньше магии. Угу. Нехило так, да? И книжки редкие лежат. Наверное, тоже хочу. Да блин. Нет, там что-то еще было. Не, ну твою мать. Там еще книга лежит. Сука. Блин. Вот же факт. Так, ладно, мы этот замок сломывать не будем в таком случае. Что я тут еще мрал? Напомните мне. Так вот. Что касается этого. Не, ну нафиг, а? Ну чё за лажа? Блин. Не, ну чё за факт? Да бля, открывайся что ли, сундучара, хрена. Наконец-то. Так,
Вот. Вот, видите? Я как бы только 3 успел взять. Там их больше было. Гребаный ящик. Так, ну я отсюда не буду тратиться. Успокойся, мудак. Ты это... Мозги мне тут не пудри. И зубы не заговаривай. Я вот, наверное, вот тут сделаю свет. Потому что... Тут может быть что-то лежит, что не видно под обычным взором, а тут это пропускать вообще никак нельзя. Как бы вы сами понимаете. Не, ну то есть можно пропускать, но... Хочу найти тут больше. Тут что есть? Тут чара есть. Школьные щиты. Всякие. Красивые. Шель валяется. Бесхозный. Ничего, да? Кроме лосося. Тоже. Особо нет ничего. Так, ну что, вроде бы все, слушайте. Да, место, конечно, это. Хочешь знать больше? Хочу что-нибудь новое стащить. Больше ничего нет. То я люблю пропускать всякие хорошие штучки. Ну ладно, вроде бы все осмотрели. Все, моя совесть чиста. Даже удочку нашли. Вот, пойдемте, наверное. Значит, давайте сохранимся, наверное, да? Вот так вот. И нормалек. Блин, что это за... Твою мать. Что за... Зверь. Да блин. Фаркер. Так, ну души фаркера мы захоботали. Блин, красивый он, конечно. Добрый такой. Вот.
Блин, мне кажется, я захват душ не поставил. Ой. Вот теперь точно. На тебе. Так, отлично. Вот. Так, давайте тут все осмотрим тоже. Сюда как все лезть. Да, сволочи. Блин, как наверх залезть? Вашу шматрюшку. Там по-любому что-нибудь лежит. О. Что, ничего нету? Серьезно? Даже тут ничего. Ну ладно. Так, я, пожалуй, сохранюсь, там что-то как-то страшно. О, выход с Скайрим, отлично. Ладненько, давайте я на этом закончу. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, получайте удовольствие от жизни. С вами был Психиатр.